Мы с группой энтузиастов приехали на кладбище, где воинское захоронение, вырыли. Цель нашей поездки — небольшая уборка. Сейчас посмотрим, как выглядит это кладбище до начала уборки. Ну, смотрим здесь. Ветки лежат, трава проросла. У нас все будет участвовать 3 человека. Посмотрим, что мы успеем сделать. Мы видим, что покрашены звезды. Заборчик тоже свежая покраска. Следов вандализма как бы не видно. Ну вот сейчас до начала уборки это выглядит примерно так. Ну вот сейчас выглядит так. Помыли, подмели, убрали проросшую траву. Вокруг памятника убрали. Ну, сегодня, прошлую субботу, много захоронений убирали по Латвии. Энтузиасты, волонтеры. Но мы решили съездить в Эркли. Ну, как получилось, так получилось. Год назад я тоже был тут. С той же самой компанией. Потому что у одного из нас захоронен здесь его дядя. Вот имя и фамилия выбиты там, на той стелле. Вот само кладбище. Здесь еще дорожка. Какой плите. Линия фронта к концу августа 1944 года.